Сотни пострадавших, тысячи человек без света и воды, погибшие и пропавшие без вести. Все это последствия удара тропического тайфуна, который обрушился на Тайвань. На острове действует наивысший уровень опасности. Ветер чудовищной силы крушил дома и переворачивал даже грузовые автомобили. Авиасообщение с материком прервано, из соображений безопасности не ходят и поезда, а людей просят не покидать убежище. Тем временем в горах ищут группу из 6 иностранных туристов, которые не вышли на связь. Как сообщают метеорологи, сейчас тайфун со скоростью 200 км в час движется к материковой части Китая. Там уже объявлена эвакуация. А на Тайвань после его ухода обрушатся мощные ливни.